Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олаха. Седьмой день и 30 миллионов древесины забираю я. Так, что он нам Беззубик принес? Что-нибудь хорошее? 24 руны. Ну, ох, ёк-макарёк. Ребята, это как раз то самое яйцо, которое мы ищем. Но оно выпало, к сожалению, не там. Не там, где нужно. На халяву не выпало, а за руны, ради бога, бери, но нет. Вот он, видишь, это был уникальный. Тот самый, которого мы ищем. Но, сам видишь, нам не судьба была его получить, видимо. Ладно, забираем с собой древесину. Так, сегодня идем дальше проходить события, которые мы вчера не закончили. Так, Ветрокрыл, ты где у меня там? Ну-ка, железо, отлично. Так, ты пока постоишь, мы древесину найдем для тебя. И, я надеюсь, отправим дальше в поиски железа. Так, Сарделька, ты что мне тут принесла? Ага, 4 руны. Ладно, ничего страшного. Пускай летит дальше в нападение, бесплатно, само собой. Так, Барсик на валку. Тоже бесплатно. Так, я видел, вроде бы здесь. Вот он. Свиточек забрали. Так, ну что? Кривоклык. Ну, понятно, тусклый янтарь. Кто бы сомневался, да? Прикосновение, опять же, бесплатно. И сама Грамгильда нам достает шестеренки, наверное. Ну, конечно. Зачем давать ей ракушку нам, когда проще ей дать мне шестеренку? Так, выберите тропу в приключениях 35 раз. Так, секундочку, сколько нам нужно? 700 миллионов, 700, ребят. Так что будем копить с тобой рыбу. Не будем ее разбазаривать на всякую там ерунду. Кстати, а что я волнуюсь? У нас же есть с тобой паки, которые мы можем открывать, и в них, возможно, добывать рыбу. А я совсем забыл про них. Ну, эти паки покупаются именно за монетки Одина. Я думаю, ты понял, да, о чем я говорю? Так, лети пока за древесиной. Так, сейчас мы тогда это с тобой дело быстренько и замутим. Окей. Подожди, что я сделал там? А он что, рыбу собирает целый день? Я только сейчас это увидел, прикинь. Что он рыбу будет собирать целый день. Так, модификрылка лети. Ну что, ты прокачаешь? Ну, этот, ребят, наверное, не будет прокачиваться. А может быть и будет, но так как это эксклюзив, чуть ли не легендарная, да, карта, шанс неплохой написано. Он будет очень долго прокачиваться у нас, поверь мне. Так, ну-ка, что тут? Два жилета. Ну вот кто бы мог сомневаться? Кто бы мог сомневаться? Тихонько обойди его. Тихонько обойди его, конечно. Так, он тебе побежал тихонько. Так, давай посмотрим на наших. Так, подожди, что я делаю? Хотел посмотреть легендарных драконов. Ладно, получаем здесь монетки. Вскрываем с тобой паки. О, Сарделька. Кстати, это очень большой шанс. Точнее, маленький шанс, что тебе именно выпадет Сарделька с обычного пака. Ну, понятно, 6 монет Одина. Шторморез, кревет, Грамгильда. И железо даже. Спасибо. Одну железочку нам подогнали. Так, секундочку, теперь давай посмотрим, что эти ребята нам принесли. Так, треска плюс янтарь. Иди, иди, не рычи. А ты гнездо и опять же тусклый янтарь. Все, иди на поиски. Отправьте легендарного дракона на поиски наград. Готово. Что-то у нас сегодня прям аж 6 аж этих выполнили. Ну, здесь я ничего брать не буду. Так, посмотрим. Обменчик у нас созрел. Один блестящий янтарь я забираю. И все, да? Ну-ка. Еще один. Пак. Ну, пак у нас тут обычный, поэтому забираем. Ничего тут такого не будет. Шторморез, громобой. И открываем с тобой следующий. Вроде бы пока по основным задачам все, да? Теперь давай посмотрим, что у нас тут творится. Забираем и награда. Мы ее получим чуть попозже. Сейчас вначале заберу здесь все, чтобы не прыгать туда-сюда. Такс, еще вот здесь. Ну, ничего себе, 50 очков сразу же. То есть это получается две награды у нас, да? И какое-то событие. Тут вообще 200.
4 награды. Ё-моё. Так, блестящий янтарь, 500 фреи, загадочный пак. Так, громыль, костолом и громобой защитник. Ну, неплохо, да? Я считаю, что неплохо. Так, и это еще не все. И еще 250 цветочков фреи. Итого у нас 2745. Но опять же, ребята, маловато. На слюню не получится. Я боюсь, вообще ни на кого не получится. Даже на жгучие искры. Верховная тень, но он у меня, по-моему, есть. Сладкий призрак. Разошиб. Не знаю, ребят, посмотрим. Пока еще есть время, не будем ничего тратить. Оставим все как есть. Ну что, я хотел купить паки. Паки покупаются за монетки Одина. Именно, ребят, которые связаны с рыбой. Вот. Стоят они 50 монет Одина. И сколько нам дадут? 75, 52. О, 112 миллионов. 167. Ну вот, ребят, вот именно об этом я и говорил. То есть достаточно было одного пака купить, чтобы можно было бы активировать нам с вами постройку дровницы. 5 дней, 23 часа. Как? Ну, 6 дней, ребята, почти неделя. Почти неделя будет добываться. Но вот, ребят, не моя, как говорится, прихоть. Вот игра нам так преподносит такие вот фокусы. Ну что, мы идем с тобой на события. У нас, по-моему, 2 сегодня. Так, 21 минута. Ну, я думаю, что пока мы здесь с тобой подеремся, да, 21 минута у нас как бы и пролетит. Ну что, вперед и с песней, как говорится, побеждать в схватках, чтобы открыть новые арены и сразиться с новыми драконами. Так, ну у нас тут, сам видишь, полуслюня. Да-да, это дымодышащие, собственно, персоны. На тебе. Все, с пониженной броней он, наверное, ничего уже не сделает. Есть контакт. А здесь у нас что? Вот. Естественно, друзья мои, этого в первую очередь надо. Ай-яй-яй, кривоклык, мог же ты его шварнуть хорошечно. Но почему-то не стал. Так, надо его как-то добить. Так, а что как-то? Мы сейчас его добьем именно отхилом. Вот так вот я сделаю. Слушай, с повышенной атакой шутить плохо, я тебе сразу скажу. Сейчас кусанет. Видишь? Очень мощный. Так, тут понизили броню. И сейчас будем его, наверное, уже истреблять. Поехали. Раз, два. Понижаем опять броню. Не буду я хиляться здесь, он того не стоит. И добивочка. Все, ребят. Козырно. Ну что, крутанем колесо удачи. Надеюсь, действительно оно продлит себя. Сколько? 262 миллиона рыбы. Я в первый раз, ребят, вижу такую сумму по рыбам. А мне кажется, знаешь, почему она сделалась? Так как у нас лохань. Так она у нас раньше была вроде прокачана. Ну это, конечно, очень круто. Столько получить рыбы. 262 миллиона рыбы с одного вот этого барабана. Шикарно, что я тебе могу сказать. Я очень доволен. Мне очень нравится, когда вот везет, фартит. Так, ну что, громобойчика начнем, да? Этот лаварык пускай там стоит и дышит. Он мне, честно говоря, вообще погоды не делает. Не мешает вообще никоим образом. А вот громобой, да. Тем более они оба стражи. Так, ну лаварык-то понятно. Прыгнет, как всегда, ерундой занимается. На отхилах будем ловить или как? Или просто укусик? Отлично. Так. Ну тут обычный удар. Понижаем броню. Ну и в принципе дальше уже идет просто разбор полетов. Он не успеет уже поставить себе броню или хильнуться, потому что мы его расписали. Так, вторая волна. Наверное, вот так лучше сделать. Хильнемся. Ё-моё, не на ту кнопку нажал, ребят, сори.
Я вообще-то хотел массовую атаку сделать. Ай-яй-яй, вот это непростительно. У меня, видишь, Q, V, E стоят скиллы, вот эти вот. А циферка 1, 2, это у нас зум. Так вот я почему-то привычки поставил на зум. Ё-моё. Так, ну что, ладно, давай сюда сделаем удар. Ну, этот не страшен мне, он ничего особо такого не сделает. Раз, два. В общем, это не желез, мне кажется. Отлично. Опа, и промахнулся. Вот такие пироги. Ну-ка, столом что? Ну, костолом, естественно, бьет тут по тому, у кого меньше всего физ защиты. А мы опять с тобой хиляемся. Мы опять хильнулись, и у нас по фул хп. Так что костолом немножко расстроенный остается у нас. Пора с ним завершать уже. Раз, два. Понижаем и добиваем. Найс. Ну что, очередное колесо. Выпадает нам опять. Нет, я нисколечко не против, ребят. Наоборот, это хорошо, что рыба выпадает. Я могу, по крайней мере, кого-то сейчас отправить, например, обучаться, повышать себе левел. Так, мы забираем с тобой пак новичка ареновский. Тут ничего такого особенного нету. И переходим на следующий поединок. Это у нас обычный проходящий, после которого идет уже мини-босс. Так, престиголовый плюс громорог. Начну с приста. Начну именно с него. Так, что ты там делаешь? Ага. Я, честно говоря, думал, что он все-таки воздержится от фаербола и просто будет атаковать. Но нет. Вот надо было ему выпендриться. Ладно, выпендрился. Слава богу, здесь пока по две волны идет. Так что есть шанс, что мы успеем спасти нашего барсика. Ну, и захилять его, естественно. Наверное, кусанем. Хиляемся. Отлично. Все великолепно. И тут он еще и промахивается, что дает нам практически фул хп, да? И добивка. Так, дальше. Змеевик. Ну, змеевика в первую очередь бомбанем, потому что он быстрее всех будет разбираться. Оу. А этот... Нет, фаербола нет, но у него атаки мощные. Опять змеевик. Эй-эй-эй-эй, ребята. Может быть, вы как-то потише? Потише number two. На тебе. Слушай, ну тут вообще идеально получилось. Почти при фул хп мы заканчиваем с тобой вот этот вот раунд. Можно было бы, конечно, его шварнуть через луч пробивающий. Ну и так тоже сойдет. Давай глянем, что выпадет на этот раз нам. Ага, тут уже древесинка подоспела. Так, дополнительная, по привычке, дополнительная попытка. Ее нет, к сожалению. Так, ну что, 75 рун на кону. Вот заметь, мы когда с тобой перестали тратить руны на всякую там ерунду, да, у нас почему-то и приток рун идет очень-очень-очень медленно. Раньше мы как-то бездумно, а, давай сюда потратим, а, давай сюда. И также как-то получали очень много взамен. Сейчас, когда мы начали копить на что-то, этих рун просто не дождаться. Вот это меня вот удивляет, ребят. Так, стоп. Давай-ка мы, наверное, вот так вот жгучий удар сделаем. Ну-ка, добьешь? Ай-яй-яй-яй-яй, барсик, ну что ж ты? Ну что ж ты, а? Ха, он тоже не попал. Так, раз. Ну, тут придется добивать. В любом случае. Громорога я буду в последнюю очередь бомбить. Ты смотри, неугомонный прям, а? Прям вот неугомонный. Так, пора хиляться. Пора, ребят, хиляться. Мы добьем сегодня этого или нет? Молодец. Ну что, бафайся. Как один остался, все. Зачем бафаться? Не надо бафаться. Раз, два. Последняя волна. Так, ну здесь, естественно, ребят, скалотряс. Скалотряса надо в первую очередь своими двойными атаками. Хотя он тут проныра тоже.
не особо меня радует. Но скалотряс, мне кажется, жесткий. Двойные атаки, а если ему еще и дать возможность суперудар сделать, сейчас будет кого-то грызть. Барсика стал грызть почему-то. Но это его, конечно, дело. Начал и начал. Опять немножко тупанул, ребят. Надо было нам бомбануть кого-нибудь другого. Все равно бы скалотряса ветрокрыл, шторморез, точнее, добил бы. А я добил его, а потом начал делать суперудар. Промашка с моей стороны. Невнимательность. Да ты достал уже там, а? Шмакать. Давай, наверное, так сделаем. Все. Ну что, тройной удар. Я думаю, ты здесь один ничего против нас не сделаешь. Мы еще хильнуться успеем даже. Вот так вот. И добивка. Найс. Крутим колесо. Забираем рыбу. Наша лохань фул. Она просто забита. 750, отлично. И забираем 75 рун. И, я так понимаю, у нас будет последний сейчас поединок. Он, опять же, будет проходящий. Проходящий, я имею в виду такие поединки, где у нас нет, например, мини-боссиков или боссиков. Простые обычные ячейки с поединками. Это называется проходящие. Ну что же, давай посмотрим, кто у нас тут. Ага, пристеголовый плюс громобой и громорок. Я начну, наверное, все-таки с пристеголового. Неохота мне просто получить от него на трех энергиях. Как факир будет тут всех жарить. Поэтому, ну, как бы нежелательно. Он и так как фаербол свой выпускает. Но на трех энергиях он жарит намного-намного жестче. Так что, имей в виду, лучше его сразу на корню пресекать. Кстати, он сейчас может как раз это и сделать. Угу, три энергии есть. Нам крупно повезло, очень повезло, крупно. Замечательно. Так, теперь громобоя надо брать. А громобой сейчас может, кстати, ультануть. Я удивляюсь, что они этого не делают. Раньше бы они не упустили бы такой момент, чтобы шваркнуть, когда у тебя фул энергии, и пропустить какой-то супер удар. Нет, никогда бы такого они не сделали. А тут, как видишь, пропускает. Вторая волна у нас что там? Оу-оу, ты посмотри. Так, этого, наверное, блин, я даже знаю. Этого в первую очередь, по идее, надо бы. Раз, два. Хиляемся. Что он там? О, промахнулся, найс. Так, сейчас они вдвоем сходят. Потом мы сходим. Видишь, что делает? Видишь, что он делает? А укусом мы сможем его, интересно, пробить? Нет, не сможем. Тогда придется все-таки вот так вот. Ну, хотя бы бомбанул, молодец, красавчик. Че, будешь сюда же бомбить, а? Ну, естественно, он докопался до кривоклыка моего. А мы хиляемся. Мы хиляемся и, наверное, добиваем его. Круто, выползли. И опять нам выпадает рыба. Круто. Ну что, мы с тобой последнюю энергию здесь потратили. Вот сюда мы дошли. Короче, получается, раз, два, три, четыре, пять. А на следующей серии мы с тобой пройдем обязательно. Так, сезонный абонемент. Что-то я не добрал. Или я, наоборот, только получил свеженькое. Так, ну, раз у нас с тобой 750 миллионов рыбы, ну, начнем тогда, пожалуй. Подожди-ка. Так, почему... Ну-ка, давай-ка мы тебе, родной. Оу. Да, ты хорошо просишь, требуешь. Я сделаю, ребята. Я своего ветрокрыла я все-таки прокачаю. Вот, мы говорили с тобой, как много рыбы, 750. Всего лишь поднял один уровень ветрокрылу, и нету этих 750 миллионов. Вот так вот, друзья мои. Просто рыба как вода.
Так, 676 миллионов рыбы. Давай дальше думать. Так, секунду. Подожди. Кого я хотел прокачивать-то? Барс и вепрь. Подожди, а у нас что, тренировка идет за... Так, водорез, ну-ка вернись. Что-то не пойму. Ага. Тогда лети. Громль. Ой, зачем это я делаю? Громль, вернись. Тогда тоже лети, обучайся. Че я, вы сидите тут у меня просто так, без дела. Так, веприк, вернись. Я тебя прокачаю. Чуть-чуть. В плане расширить академию? Не понял. Я всего двоих отправил уже расширить академию. Ну... А, ну понятно. А вот это откуда взялись? Что-то не могу врубиться. Где-то уже... А, все, понял. Подправлял же я их там, когда они стояли. Ну-ну-ну-ну. Да. Так, ладно, лети за рыбой. Так, сколько нам еще там ждать до события? Давай посмотрим. Сколько? 5 минут, ребят. 5 минуточек. Ну что, сделаем небольшую паузу. Для вас она будет секундочка. Ну что, друзья мои, вот у нас и открытое выживание. Поехали. Я тебе... Ого! Это что там? Что там такое, а? Блин, надо этот пак зарабатывать, ребят. Какой-то интересный. Так, ну что, поехали. Еще раз напоминаю, тут 3 или 4 поединка по 6 волн. И вот это все нам нужно с тобой выстоять. Блин, шепот смерти. Что-то меня напрягает он малька, если честно. Это пока их двое. И пока они слабенькие. Дальше хуже. Так, нельзя ему давать 3 энергии накопить, иначе... Иначе будет бобо. Так, ну что, добиваем его? Отлично. Так, костолом. Но костолом, как ты видишь, здесь тоже не стражник. Он у нас воин, боевик. Потому что он красный. Дамагер. Так, ладно. Но здесь все простенько, сам понимаешь, да? Уровень у него там маленький. Но он с каждой волной нарастает, нарастает, нарастает. Усиливается. Так, а у нас с тобой 11 прилив сил и 3 груши. Ну, в принципе, ребят, в принципе, если все пойдет очень даже хорошо, то нам этого должно будет хватить. Так, что такое, не понял. Этого нам должно хватить. Так что первая волна, самая вот первая волна, она, по идее, должна такая быть более лояльная, как бы разминочная. Ну, а дальше уже, сам понимаешь, шутки в сторону. Так, давай сюда бомбанем. И добивку через отхил. Нормально. Так, укус. Какая там будет? На четвертой волне их уже должно появиться 3. И это, как мы видим, водорез. И вот теперь вот эта команда будет нас преследовать до самого-самого финала. То есть до самой 6-й волны. Ну вот, вот вам, ребята, и показатели пошли. Видишь, как они уже сносят? Ой-ой-ой. Ну-ка, давай проверим так вот, если я сделаю. И через отхил. Повезло. Повезло моему кривоклыку. Так, давай-ка мы этого, наверное, накерним с тобой. Так, кослом, отвали. Сделаю, наверное, вот так вот. Раз, два. Плюс отхил. И... Блин, он все равно успеет бомбануть. И куда? С усиленной этой атакой. Барсик бедный, бедолашка. Половину за... Ой. Это, ребят, предпоследняя волна. Ты еще до сих пор чему-то удивляешься? Не удивляйся, я тебя прошу, потому что вот такие они будут. Опять же повторю, это еще не последняя волна, ребят, это предпоследняя. Сейчас вжарит, смотри. Да, бомбит, конечно, не слабо. Ага. Блин, а у нас с тобой нет хила. Ладно, будем надеяться, что... Как-нибудь... Блин, вот
Ладно, поехали. Мы успеем хильнуться. Мы обязаны успеть с тобой хильнуться. Для последней волны нам нужно практически фулл здоровья. Потому что там уже будет очень-очень... Блин, тратить, не тратить, я даже не знаю. Давай, наверное, сделаю вот так все-таки. Угу, 18 уровень, ты видишь, да? Здоровье, мама, не горюй. Разбирается еле-еле. Но последняя волна. То есть, если мы выстоим, то мы победители. Если же нет, то мы проиграем. И нам придется все заново. А вот все заново, поверь мне, это вообще не айс. Это совсем не айс. Если мы сейчас... Я просто боюсь, знаешь, за что? Я, наверное, все-таки так сделаю. Я сделаю так. Фиг с ним. На последней волне, ребята, я могу себе позволить потратить один прилив сил. Я думаю, это простительно. Так, костолом. Нет, гаденыш, ты не добьешь мне моих ребят. Я их в обиду не дам. Так, кривоклык, давай добиваем этого супостата. И остается костолом. С малым количеством хп. Раз, два. И добивка. Шикарно. Ну что, крутанем. Заберем. Да ладно, плод мудрости. Спасибо огромное. Плод мудрости, это никогда не будет лишним. Так, и забираем с тобой элитный. Сразу элитный пак дают. Раз. Так, хотел посчитать, сколько там еще боев. Шторморез, крылатый ужас, кревет и громль защитник. Дымодышащий. И кривоклык. Две карточки. Так, получается, раз, два. Да, ребят, еще два поединка. Блин, да что ж там за пак-то такой? Там какой-то дракон. И у него такие крылья, как вееры. Хм, прикольно смотрится. Вот, вот после этого поединка мы с тобой заберем два светлых янтаря плюс 250 рун. Не сказать, что шикарная награда, но все равно приятно. Поехали. Тут, ребята, извините, но... С прародителя. Что я несу? С пророка. Какой пророк? О чем ты говоришь? Ну ты понял, короче. С этого. Как это назвать-то? Одно семейство. Ой, меня от этого, как сказать, даже все в голове каша. Каша сплошная. Короче, сородич, вот, сородич. Шепот о смерти. Вспомнил слово. Так, ну что, давай дальше бомбить его. Естественно, я тебе еще раз повторяю, на трех энергиях он начинает ультовать. Поэтому как бы не в наших интересах ему позволять. И к тому же, вот этот тоже, еще тот поганец, он понижает броню. И при этом у него еще довольно неслабая атака. Несмотря на то, что он такой маленький, но он мерзкий, как клоп. Так, это у нас вторая всего лишь... Да ладно, еще не добили. Вторая волна, переходим на третью. Они все подрастают, подрастают. Типа набираются сил. А мы с тобой сопротивляемся, как только можем. Вот не любит он кривоклыка. Я уже который раз замечаю, он все в него бомбит. Фиолка по красным, да? Нет, фиолка вообще по красным никакого отношения не имеет. Но он почему-то вот лезет на красного. Хиляться, я думаю, пока еще не время, да? Вроде как еще нормально со здоровьем. Ох, ё-моё, а тут, ребята, будьте добры выбор делать. Трындец. Этот шпиляет фаерболом, а этот шпиляет вообще массовой атакой. Так что выбор-то невелик на самом-то деле. Да. Груз печаль меня одолела. И это четвертая волна. Так, этого добили. Вот опять же, ребята, опять же сделал ту же самую ошибку. Зачем? И вот сейчас вот зачем надо было хиляться, когда можно было бы... Ай-яй-яй, просто его уничтожить. Я имею в виду даже через тот же самый луч, понижающий броню. Хорошо. Здесь мы тратиться не будем, просто укусим. Просто укусим, просто добьем его.
Без выпендрежа. Просто уничтожим все, ребят. Окей. Пятая волна. Пятая, друзья мои, волна. Раз, два. Хил. Фаербол, ладно, это терпимо. А вот это вот, то, что понижает броню. Неужели это сейчас сюда же? Все, тут извините, ребят, но вот так надо делать. Это уже большие риски, потому что он может погибнуть. Мог бы погибнуть. Если сделаю а вот так вот. Вот захотелось мне вот так сделать. Красиво. На тебе. Ха, промахнулся, ну бас. Ну что, вот мы до тебя и добрались, сородич, шепот смерти. А вот, ребята, и последняя волна. У этого здоровья, я смотрю, не так много, в отличие вот как от этого. Хиляться не думаю, что надо. Ай. А ты куда? Сюда же, да? Ну и само собой, он начинает бомбить того, у кого мало здоровья. Мне не жалко, ребята, потратить грушу, если я знаю, что она спасет мне дракона. Вот уж поверь. Как он туго разбирается, ты видел? Значит, я перейду, пожалуй, вот на этого. Ну что ты там прыгаешь? Раз, два. Слушай, они очень тяжело разбираются. Угу. Понижение брони сделал, давай. Так, сейчас что-то будет болючее, да? Нет? Хильнемся тогда? А вот этот сейчас, да. Слушай, удивительно, но они ничего не делают. Не используют свои суперудары. Мы прошли, и это хорошо. Так, что нам тут дадут? Рыбу. Окей. Рыба так рыба. Забираем с тобой светлый янтарь. Блестящий. Плюс 250 рун. И переходим с тобой на последний поединок. Будем дальше выживать. Будем дальше выживать, крепнуть. Так, кто у нас тут? Костолом плюс сородич шепота смерти, да, получается. Ну что же, поехали тогда. Все по старой схеме. Ничего я тут менять не собираюсь. Схема рабочая, поэтому придерживайся ее. Начали уничтожать в первую очередь вот этих вот. С костоломами мы еще справимся. Хоть они и вредные, как ты понимаешь, но лучше вот так вот делать. Он себе усиливает атаку. Надо запомнить, что он усиливает атаку, потому что он будет до последнего нас преследовать здесь. Опа! А шепот смерти, ребята, куда-то сородич делся и вызвали вот этого. Этот хуже, кстати. Он фаербольщик еще тот. Тем более он страж, разбирается только кривоклыком хорошо. Окей. Понижаем броню. С ним очень хорошо справляется кривоклык. Но опять же, надо на пониженную броню его натравлять, чтобы эффект был виден. Смотрим на... Ты посмотри-ка, а зачем же они тогда сделали шепота смерти в начале? Это так? Отвлекающий маневр или что? Что это за перестановки такие резкие? А мне кажется, сейчас вот на четвертой волне он вернется, этот шепот смерти, и он будет нас уже преследовать здесь. Что-то такое вот предчувствие у меня почему-то. Этот у нас метает фаербол, если ты не знаешь. Так же, как и Громель. Или Громель. Он мне все время... Чего? Вдвоем? Вы серьезно? Они же мне сейчас тут такую встряску устроят.
Мне придется, наверное, тратить здесь приливы сил. Вообще все придется тратить, скорее всего. Смотри. Вот, вот, вот об этом я тебе и говорил. Как тебе? Нормально? Припечатал? Просто, да? Нечего сказать. Звездному будь здоров. Вот тебе представь, если не оба будут это делать. А они могут это делать, потому что у них энергия будет накапливаться и... Ай-яй-яй. Да, тут только Кривоклык меня будет спасать, получается. Он же сейчас вмажет опять. Четыре энергии накапливает и фаербол свой выпускает. И это как раз на переходит на следующую волну. Ты серьезно? Хорошо, ты мне тут поднасолил. И проигнорировать не могу, понимаешь, вот этих вот. Потому что иначе они тут расколбас такой строят нам. Да. Чё-то меня это вообще нисколечко не тешит, ребят. По-моему, мы потеряем. Он же сейчас фаербол выпустит. Это повезло крупно, друзья мои. Просто я даже не могу передать, как нам повезло, что он промахнулся. Угу. А он промахнулся. Вот этот шитик, он промахнулся. Он не попал по моему фаерболу, по... Ё-моё, я уже забыл. По Кривоклыку. Понимаешь? Так что... Ребят, делайте выводы. И это, опять же, повторю, не последняя волна. Последняя будет после вот того, как мы это сейчас уничтожим. Просто ударь, слепоту вешаем на него и все. Пускай он там что хочет делает. Хоть фаерболы свои бросает, хоть что, ребят. Нам уже по барабану. Кусай его. Ну все. Так как он остался один, нам будет проще с ним разобраться. Давай добивай его. Последняя волна, ребята. 19 уровень, как ты видишь, да? 19, 16. Сейчас начнется. Сейчас начнется. Так, раз, два. То есть этот еще один успеет фаербол, наверное, бомбануть. Сейчас глянем. Точно. Точно, ребята, он делает именно фаербол. Хватит ли мне пережить? Я сделаю так, ребят. Я сделаю так и поставлю... Сюда. Ай-яй-яй. Барсик, Барсик, блин. Сделай фаербол. Конечно, сделает он тебе фаербол. Барсик, я тебе лечу. Раз, два. Понижение. Добивание. Сейчас фаербол полетит. Давай ты, ну сделай ты фаербол, ё-моё, ну. Красавчик. Вот это я понимаю, ребята. Фарт. Это фарт. Это по-другому не назвать. Ты видел, насколько мощный фаербол он выпускает? Вот так вот. Ну что, ребят, слепота ему светит. Слепота. А нам лепота. Хе-хе, все. Хрюкала ты мелкая. Теперь ты будешь от нас получать. Да, друзья мои, мы прошли это событие. Ну что, крутанем колесо. Посмотрим, что нам на этот раз дадут. Отдадут нам древесину. И забираем пак. Что же это за пак такой? Интересно выглядящий. И что же в нем внутри? Вот что меня больше всего интересует. Что в нем внутри?
О, друзья мои, как там милая смертоносность. Набор. Прикольно смотрится, да? Ух, ну что, скрестим пальчики и посмотрим. Ух, 600 рун, вот это спасибо. 4 железа, так, эпическая заколка и огнепек. Ребята, а у меня был такой огнепек или не было? Или это впервые? Я даже не знаю. Это новинка, друзья мои, эксклюзивный огнепек. Так, огнепек настолько приспособился к жизни среди викингов, что даже частенько помогает им с выпечкой. Викинги с радостью выкладывают хлеб и булочки рядом с его горячей шкурой, ты понимаешь? То есть он маленький, добренький огнепек, потому что он помогает. Этот дракон далеко не боец, но в безвыходном положении готов обрушить на врагов всю свою взрывную ярость. Он практически невосприимчив к урону от огня и представляет собой силу, с которой стоит... С которой стоит что? Смириться, наверное. Ух ты мой малыш, огнепек. Конечно, я его буду размещать. А, на острове нет свободного места. А почему у меня нет свободного места? Скажи-ка мне на милость. Я, может быть, хотел его куда-то размещать. Потому что тут елки всякие мешаются, да? Которые мы еще не вырубили с тобой. Так, а здесь-то почему? Почему этот-то у нас сидит? Иди, говорю, за железом. Нечего тебе прохлаждаться. А тут сколько? 3500. Ну да, ребят, мест нет, к сожалению, все забито. Но мы можем убрать же кого-то ненужного. Ладно, огнепек пускай пока там постоит нам. Опа, повысить уровень драконов на 15. Нормально так, 50, хоп, и получил. Так, а тут остальные, в принципе, все уже и сделанные, так скажем, да? Тут что, отправьте безумника во временное путешествие 10 раз. Мы получаем с собой 200. 20 раз в приключения. Набудьте 5. Не миллионов, я уж там миллиардов, наверное, древесины. Ну что, друзья мои, вот такой вот у нас был сегодня поединок. Вот такие бои. В общем, серия была прикольная. А я буду с вами прощаться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.